Какова основная цель внесения поправок в закон? Это конкретизация ранее уже сложившейся правоприменительной практики, устранение каких-то нестыковок, каких-то недопониманий, как работает закон, и, соответственно, определение более четких правил работы по взысканию просроченной задолженности. В новой редакции ограничивается круг лиц, которые вправе взыскивать долги. Так кто же имеет на это сегодня право и каков алгоритм взаимодействия с должниками? Есть небольшие изменения для чисто коллекторских организаций, которые занимаются профессиональным видом деятельности по взысканию задолженности. Требование к ним такое, чтобы в названии этой организации обязательно было словосочетание «Профессиональная коллекторская организация», либо сокращенно ПКО. В настоящее время коллекторские организации ведут перерегистрацию своих наименований, изменение уставов, и эта работа завершается. Основное изменение касается микрофинансовых организаций и банков. Если ранее банки и микрофинансовые организации, будучи кредиторами, имели право заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности как бы автоматически по умолчанию, то теперь изменяется порядок. Чтобы заниматься такой деятельностью, эти банки и организации микрофинансовые должны уведомить службу судебных приставов о том, что они этой деятельностью будут заниматься. Им будет дано время до 5 августа, в течение которого этого времени они должны будут обеспечить свое оборудование, программное обеспечение по аналогии с таким же оборудованием и обеспечением профессиональных коллекторских организаций. Поэтому в этой части банки и микрофинансовые больше приравниваются коллекторским организациям, если они собрались этой деятельностью заниматься. В законе появилось понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». Поясните, что это такое и каков алгоритм его работы? Это, соответственно, приложение либо программное обеспечение, которое позволяет дозваниваться до должника, вести разговор с ним на какие-то стандартные темы, стандартные задавать вопросы, получать стандартные ответы. Но обязательное условие, чтобы гражданин имел право настоять на том, чтобы было переключение на специалиста организации, на человека, и это переключение должно быть обеспечено. Вот эти требования обязательны для вот этой программы. Как в новой редакции меняется деятельность микрофинансовой организации и коллекторов? В редакции предусмотрено, что служба судебных приставов будет перевести перечень банков и всех микрофинансовых организаций. Этот перечень будет автоматически Банком России передаваться электронно в службы приставов. По месту расположения этих юридических лиц каждое территориальное подразделение будет вести свой перечень. И в этом перечне будут учитываться все уведомления о намерении заниматься деятельностью по взысканию просроченной задолженности. Вот когда такая организация либо банк подадут такое уведомление, с этого момента эта организация попадает под действие закона о проведении контрольно-надзорной деятельности. То есть служба приставов получает права осуществлять проверки в отношении таких организаций именно в части соблюдения закона по взаимодействию с гражданами. Ранее такие проверки допускались только в отношении профессиональных коллекторских организаций. Поэтому это как бы обязательное условие. Если банк, финансовая организация готовы таким способом заниматься, то, соответственно, они попадают под сферу деятельности, контрольно-надзорной деятельности службы приставов. Вправе ли коллекторы звонить родственникам должников, приходить домой и подавать в суд? Если эти условия прописаны в договоре, что вправе взаимодействовать с родственниками есть согласие этого человека и самого должника на взаимодействие, то тогда вправе. В случае, если такого согласия нет, то тогда не вправе. А личный визит, например, домой, он как был ранее предусмотрен, так он и остается. Это право остается. Подавать в суд такое неотъемлемое право любого кредитора. Это взыскивает задолженность через суд. Чаще всего этим правом и пользуются кредиторы. Но появляются некоторые еще ограничения. Как и было в старом законе, способы взаимодействия они прописаны. Это текстовые сообщения, телефонные звонки, личный визит. Добавилось еще один вид взаимодействия через ЕПГУ.
он прописан отдельно в законе. Это возможно как связь со стороны коллекторской организации, так и обратная связь со стороны гражданина через ИПГУ. Но при этом у службы приставов появляется право ограничить деятельность какого-то из видов взаимодействия. Если, допустим, в ходе контрольно-надзорной проверки будет установлено, что по этому виду взаимодействия поднадзорная организация нарушает закон, например, путем личных визитов на квартиру они неправильно это делают, либо ущемляют права граждан, то служба приставов вправе в порядке вот этого контрольно-надзорной деятельности ограничить этот вид взаимодействия. Как должнику по новому закону общаться сегодня с коллекторами? Любой совет он сводится к тому, что в таких случаях не стоит тоже со своей стороны грубить, вести беседу, наверное, конструктивно и принимать меры по погашению задолженности. Потому что все прекрасно знают, что если организация не достигла погашения задолженности путем такого взаимодействия, у них остается право обратиться в суд и взыскать ее в судебном порядке и передать исполнительный документ службе приставов. Поэтому мы всегда разъясняем гражданам, что наши действия по отношению к подконтрольным организациям никак не освобождают граждан от погашения задолженности.